Знову в комплеті. Ночные гонки начинаются в NFS Payback. Ну что, погнали сразу со старта и сразу с турбоускорения. Какие мощности момент! Равовский мустанг и рядом не стоял. Чувак, это точно, тачка реально создана для гонок. Полторы тысячи лошадок. Это жесть. Сразу идем на таран, и мы заняли четвертое место. У нас одна попытка, и ребята что-то задумали. Я пока что не знаю, но мы, походу, берем уже третье место дрифтом. Я слишком сильно ускорился. Вот тут можно дрифт заранее сделать. Я еду четвертый. Придержимся плану ребят и узнаем, что они задумали. Не подведите. Направляйтесь к месту прыжка. И где же, интересно, он находится? Ребята свернули направо, а мне нужно прямо, что ли? Стартовая площадка готова. Ох, это было круто. Походу, ребята решили угнать эту тачку. Морган, ты сейчас едешь на наших деньгах. Достать машину раму. Принято. Объект направляется на стоянку казино Фортуна. Резкий поворот направо, и вот наши коп появляются. Да, вижу на радаре копы, как же без копов наших хороших и родных. И, конечно, будем их таранить. Ох, первую тачку сразу вывели из строя. Окейшки маленько дрифтанули, и впереди есть еще две машины полицейские. Тоже собьем и тоже выведем из строя. Резкий поворот налево. И мы уже, ого, нас подрезали слегка. Справились с управлением и вернемся на дорогу. Так, нужно поворот налево. Оп, не получился дрифт. Маленько подрезали. Аж подлетел. Джесс, ты где? Держи. Джесс. А вот и Джесс. И мы уже управляем за Джесс на BMW. Ну что, погнали, будем, конечно, прикрывать главного героя. И сейчас мы надерем задницу копам. Вот таким макаром, нет, у нас больше скорости. Нужно набрать намного больше скорость и уже на скорости хорошенько впечатать вот таким. Хо-хо-хо, обалдеть. Красиво вылетает прямо навстречу. Это было больно. Налево-направо, вот таким макаром. Ох, это было жестко. Минус две тачки, нужно на поворот налево. Ускоряемся турбо. И снова две новые машинки. Там вижу, есть блокада. Налево направо. Ох, жесть. Как он отлетел. Так, налево, налево нужно. Там вижу, на карте есть какие-то блокады, и нужно, видимо, их проезжать. Сейчас подстральник получит. Ускоряемся, и впереди снова блокада. Проезжаем аккуратно. Копы на хвосте, но мы, конечно, отрываемся маленько от них. Налево-направо нас игра просто обучает. Управление. И мы, кажется, уже приехали. И снова мы играем за Талера. Ну что, погнали, отправим эту тачку уже к месту встречи. Не зря я с вами рискнула. Тайлер Морган, 23 года. Мать Сильвия Морган, отец неизвестен, печально. 6 месяцев в колонии за неосторожное вождение. Я лучший гонщик в городе, на одной из быстрейших машин. О, впереди поворот. Удачи. Зря ты со мной такие игры играешь. И мы уже приехали к точке. Какого черта? Что происходит? Я еду. Раф. Стритрейсеры здесь. Я видела, они взяли эту машину. Спасибо, офицер. Что ты сделала?
Раф тебе не сказал, что там под капотом? Мои покупатели платят за это кучу денег. Ты за это заплатишь, Наварро! Копы уже в пути. Дом передает привет. Эй, что случилось? Наварро. Мак, обеспечь подмогу, я отвлеку копов. Но... Давай! Нас, походу, кинули, и наша задача, видимо, уйти от копов. Тайлер, ты что делаешь? Увожу полицию. Ладно, это моя работа. Это я Наварро привел. Мне и расплёбывать. Уводи Мака и Рава. У меня есть полицейский сканер и GPS-трекер Рава. Давай помогу тебе. Давай, детка, помоги. А мне нужно повернуть налево. Резкий поворот. Ох, дрифтом получилось довольно неплохо. И вот копы снова на хвосте. Будем отрываться и будем гасить. Ну все, сволочь, нам, походу, нужно выбраться из города. Отвлечь копов. Дрифт не получился почему-то. Так много блокады. Чертовски много блокады и резкий поворот налево. Меня пытаются подрезать. Ох ты, было жестко. Чертовски много копов, и, конечно, нужно бы маленько как-то на таран. Вот на встречку можно вытолкнуть, не получилось. Хорошо, ускоримся и на скорости попробуем сделать. Потом налево, детка, резкие повороты, слишком много их. И еще налево. Идем на таран против копов. И интересно, сколько ехать? 2 километра еще ехать нам. Так, впереди снова копы. Тут слишком много. Там есть какая-то блокада. Проскочим тут, и мне нужно чуть правее держаться. И прям сюда. У-ху-ху. Покинуть город. Как я и говорил, нужно покинуть город и уйти от этих проблем. На сегодняшний день. Резкий поворот направо. А это, походу, у нас мафиози, что ли? Это уже не полицейские машины, это, походу, мафиози. И копы, и мафия против нас. Обалдеть. На таран идем, конечно же. А где машина? Лина Наварро. Она нас обманула и забрала ее для дома. Да ну. Ты мне не нужен. Приятной отсидки. Хотя... Хочешь отомстить? Я тоже. Да. Пожалуй, сработает. Ты будешь козырем, а карты будут в моих руках. О чем это ты? Слышишь? Скоро приедут копы. Садись в тюрьму или... Работай на меня. Ешь, спи, води машину, когда скажу. А со временем ты получишь желаемое. А у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Садись. Допустим, ты встал рядом с классной тачкой. О чем ты будешь думать? Сколько она стоит? Может, за сколько разгоняется до сотни? Я скажу, о чем думаю я. Я вижу потенциал. Вижу острую грань контроля. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Да. Скоро буду.